Делегация Тверской области находится с бизнес-миссией в провинции Ляонин Китайской Народной Республики. Представители Верхней Волжи возглавляет губернатор Игорь Руденя. Цель мероприятия – достижение договоренности о сотрудничестве в сферах промышленности, образования и культуры. В официальную делегацию также вошли председатель Заксобрания Сергей Голубев, а также представители более 20 предприятий, руководители региональных министерств и муниципалитетов. Визит делегации Тверской области начался со встречи губернатора Игоря Рудени с первым секретарем Комитета Коммунистической партии Китая провинции Ляонин, председателем Постоянного комитета собрания народных представителей провинции Ляонин Хао Пэном. Обсуждались вопросы взаимодействия регионов, перспективы сотрудничества КНР и Верхневолжья. Я полностью уверен, что ваш визит большой делегации обязательно будет способствовать дружественному обмену и приносить ощутимые результаты. Представители России и Китая обсудили визит делегации из Поднебесной в Тверскую область. Игорь Рудени поблагодарил Хао Пэна, представителей провинции Ляонин, за теплый радушный прием. Мы все стали свидетелями новой эры, новой эпохи отношений между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой. И сегодня у нас есть очень большая долгосрочная перспектива для того, чтобы хорошие исторические отношения еще и улучшить, и сделать их более взаимовыгодными. Губернатор отметил высокую инвестиционную привлекательность Тверского региона. Широкие перспективы открывает развитая автомобильная и железнодорожная сеть. Также важным направлением партнерства глава региона назвал строительную сферу, развитие совместных образовательных программ, взаимодействия в части внедрения новых технологий туристического обмена. Результат этого визита, которые стали бы продолжением российско-китайских отношений на территории и провинции Ляонин, и на территории Тверской области. Это новые современные проекты в промышленности, научно-техническом сотрудничестве, в торговле, в социальной сфере, особенно в культурной, образовательной и спортивных направлениях. Хао Пэн назвал перспективные направления партнерства с Верхневолжьем. Они связаны со сферой промышленности, которая активно развивается в Тверской области, с производством металлов и оборудования для различных отраслей, а также с обменом в сферах науки, образования и культуры. Я думаю, что ваш визит вырастет в межрегиональное сотрудничество провинции Ляонин и России и поднимет его на новую высокую ступень. Также будут достигнуты важные договоренности о практическом сотрудничестве. Хао Пэн предложил Игорю Рудени закрепить совместную работу с соглашением об установлении побратимских отношений между провинцией и регионом. Также в рамках бизнес-миссии состоялась конференция по дружественному обмену и торгово-экономическому сотрудничеству между Верхневолжьем и провинцией Ляонин. На ней представили инвестиционный потенциал Тверской области.